Подвиг героев нашего времени глазами детей. В Нерюнгри в малом зале Центра культуры прошел конкурс рисунков нерюнгринских школьников, а также концерт, посвященный Дню Героев Отечества. Подробнее далее. С 2007 года указом президента России 9 декабря вся страна отмечает праздник Героев Отечества. В теплой дружественной атмосфере в малом зале Центра культуры собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и тыла, воины-интернационалисты и молодое поколение. На праздничном концерте чествовали тех, кто на протяжении последнего столетия с честью служил на благо Отечества, стоял на страже нашего покоя. Изюминкой мероприятия стало награждение школьников, которые приняли участие в конкурсе рисунков, тематикой которой был человеческий подвиг. Это мероприятие многим присутствующим навеяло воспоминания о той страшной войне. Николаю Алексеевичу Кряквину было 15, когда началась Вторая мировая. Из-за возраста на фронт его не взяли, но он стал работать в тылу. Из его воспоминаний, которыми он поделился с нами, мы узнали о том, что во время разгрузки вагонов он со своими товарищами наблюдал, как по сибирской магистрали проезжали поезда с ранеными солдатами. Глядя на это, у мальчишки сжималось сердце от боли. Мы выстояли, мы выдержали. Я счастлив, вот сейчас смотрю, молодое наше поколение, я счастлив. Такие они талантливые. Я желаю им, чтобы у них не была такая страшная война никогда, чтобы было детство счастливое. Но годы страшной войны закончились, остались только горестные воспоминания. И вот уже скоро ветеран Николай Кряквин отпразднует свое 90-летие. Николай Алексеевич и многие другие герои нашего времени – это наглядный пример для молодого поколения, на которых стоит равняться. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.